турнира, каким он получился для команды? Ну, получился довольно-таки успешным. Мы заняли первое место, вот, обыграв всех своих соперников. Вот. Забили достаточно много. Вот, и хорошо, что ни одного мяча не пропустили. Вот, спасибо Сергею Васильевичу Марушко за то, что турнир был организован здесь. Вот, за хорошую организацию турнира, за то, что мы привели зону Приволжья именно здесь, в Самаре. Вот. Это способствует и как и популяризации футбола в Самаре. Также и сам клуб, бренд. Вот. Ждем, что к нам и ребята пойдут с других клубов. Вот. И все-таки мы игрой себя доказали, что мы сильнее были своих соперников. Вот. Это радует. Всем ли довольны? Команда уверенно смогла выиграть, но есть ли над чем работать? Ну, работать всегда есть над чем. Конечно, лично мне очень сложно угодить. Вот. Были и хорошие матчи, были, так скажем, и не очень. Вот. Но впереди еще работа, непочатый край предстоит. Мы также продолжаем участвовать в чемпионате города по 2007 году. И предстоит очередной, так скажем, следующий этап данного турнира. Вот. Это уже финал Приволжья. Поэтому работа еще не початый край. Что самое важное для игрока в таком возрасте? Самое важное для игрока – это прогресс, вот, повышение потолка. Не сколько там забитые мячи или голевые передачи. Да, они, конечно, тоже очень важны. Но самое важное – это прогресс игрока во всех футбольных компонентах. Как и в быстроте мышления, так и в быстроте работы с мячом. Вот. Так и тактическая, быстрота тактического мышления, обучаемость. То есть самое важное, это опять же, это прогресс изо дня в день, прогресс и повышение, опять же, своего спортивного потолка. Как тренерскому штабу удалось привить команде такую комбинационную игру и строгую игру в обороне? Ну, мы сами, в прежнюю очередь, были профессиональными футболистами, да, очень много прошли в различных тренеров, всему обучались. И Александр Федорович Тарханов много почерпнул. От других тренеров, от Валериана Владимировича Панфилова, который меня тренировал в УАЗе Димитровград. Вот. Ну и плюс, сами еще достаточно очень много развиваемся, много перестудировал книг, различной футбольной литературы, постоянный анализ, вот, проведенные работы, так скажем, изучение соперника. Вот, и работа каждый день над самим собой. И какие дальнейшие планы у коллектива сейчас будут? Отдохнусь 3 дня, восстановить силы как и физически, так и моральные. Друг от друга тоже необходимо отдохнуть. Вот, и все. И 3 дня мы отдыхаем, и с понедельника выходим уже. В данный момент это уже история. Вот. И продолжаем дальше прогрессировать и повышать свой футбольный потолок. Спасибо, с победой, удачи. Спасибо.